Всем привет! Сейчас в Санкт-Петербурге проходит конференция Speak, Санкт-Петербургская интернет-конференция. И сегодня мы сделаем для вас обзор, а также возьмем интервью у основных спикеров, докладчиков конференции. До того, как прийти в Google, я работал в рекламных агентствах. Андрей Воробьев, Координационный центр национального домена сети интернет. Мы являемся администраторами доменов РУ и РФ. RTV – это ни в коем случае не альтернатива, допустим, mm-hmm. или не замена контекстной рекламы. Да? Работать все должно непосредственно в комплексе. Сейчас условия рынка немножечко изменились, и ссылки нужно покупать уже не в таких количествах, как раньше. И на самом деле не всегда минимальная цена – это залог успеха. Всем пока, спасибо, что были с нами. Смотрите все интервью на канале Loveblog, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей в мире IT.